Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про сучасний стан ракетно-космічної галузі в Україні. З нами головний конструктор КБ «Південне» Максим Дігтярьов. Максим Дегтярьов – головний конструктор КБ «Південне». Закінчив фізико-технічний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. За фахом – інженер-механік. У конструкторському бюро «Південне» відповідає за системне проєктування ракет і ракетних комплексів. Хобі – спорт. Максиме Олександровичу, радий вітати вас у нашій студії. Власне, перше питання. Відбувся запуск ракети Ілона Маска. Про це говорять у світі вже не перший день і навіть не перший тиждень. Особисто, які у вас були враження? Тут, звісно, і значительне достіження, і значительна доля піара в цьому теж присутствує. В принципе, персона Илона Маска, его имидж, его бренд, можно уже говорить, что это бренд устоявшийся, он настолько говорит сам за себя, что любое его достижение воспринимается с большим энтузиазмом обществом. И это правильно, это красиво, так и должно быть. И я лично испытывал тоже только позитивные эмоции от этого пуска. Ну, але все ж таки, тут більше піару. От питання до вас як до ракетника, да? Тому що зараз зацікавились космосом навіть люди, які не мають до нього зовсім ніякого відношення. І чи є це позитивним піаром? Ну, звісно, це в першу чергу, якщо говорити о піарі, то це, звісно, позитивний піар. Но если мы хотим докопаться до сути, до значимости этого достижения, то надо посмотреть, какую задачу он прежде всего решал этим пуском. А решил он национальную, государственную задачу, стратегическую задачу Соединенных Штатов. Он фактически этим пуском избавил Соединенные Штаты от долголетней зависимости в части пилотируемых полетов к Международной космической станции от Российской Федерации. Фактически для американской космонавтики, астронавтики началась новая эра. Для них этот этап, особенно с учетом того, что у них очень большие и очень амбициозные планы по освоению космического пространства, для них этот этап абсолютно необходим. И для них это действительно эпохальное событие, веховое. И, естественно, оно было встречено с таким энтузиазмом и с таким общим подъемом. Але не тільки американцям, до речі, і українцям також. Ну, я же уже говорил про бренд. Ви ж видите, он унікальний бізнесмен. Я би сказав, може бути, даже і геніальний бізнесмен. Он не боїться, он тільки чувствує запроси общества, науки, государства. І не боїться братися за самые амбіціозні проекти, за то, що другі люди пройшли би і побоялись би, а он не боится. И все это видят, все это приветствуют, и поэтому, естественно, такая реакция на это. Ну, а вот в Украине, чи можливий такий Ілон Маск? Я не знаю, можливо, це навіть ви, можливо, це якісь ваші колеги, да? От чи можуть дніпровські ракетники, все-таки Дніпро у минулому Дніпропетровськ відомий як космічна столиця України, колишнього Радянського Союзу, чи можуть вони повторити подібне? Ну, мы, конечно, хотели бы, очень хотели бы участвовать в таких же амбициозных проектах. И для этого у нас, я должен сказать, без всяких шуток, для этого у нас все есть. Для этого мы одна из немногих стран, где сохранился, где существует полный цикл создания, разработки, изготовления космической техники различного назначения. В этом наша уникальность, в этом наша особенность. И если бы нам была поставлена такая же амбициозная задача, я думаю, мы бы ее тоже решили. Ну от, до речі, ви сказали таке словосполучення «поставлена задача». Тобто, з вашої точки зору, запуск ракети «Маска» – це була не приватна ініціатива, а вона була ініційована державою? Ну, знаєте, от зараз багато мнений о том, що це перший частний пуск, частна компанія. Это справедливое мнение, но с другой стороны, давайте посмотрим, он же решал не свою задачу, он же не по своей собственной прихоти создал этот корабль и отправил астронавтов в космос. Нет, он решал задачу, сформулированную государством,
Соединенными Штатами Америки, Национальным агентством космическим Соединенных Штатов. НАСА. Да, то есть была поставлена задача, были определены методы, средства ее достижения, определены исполнители. Кстати, не только Маск занимается решением этой задачи, она была параллельно, одновременно поручена и компании Boeing. Компания Boeing немножко отстала от Маска в этой гонке, но я уверен, она тоже успешно завершит этот проект. И в конце концов у Соединенных Штатов Америки будет два независимых средства выведения астронавтов в космическое пространство. Ну, тобто це можна назвати здоровою конкуренцією? Это нет. Я бы назвал это не здоровой конкуренцией. Тут мы явно видим пример стратегического мышления и государственной политики, проводимой соответствующими учреждениями и государственными органами Соединенных Штатов. Сформулирована задача. Выбрано два независимых исполнителя. Оба исполнителя обеспечены всем необходимым – временем, ресурсом, специалистами, материалами, всем. И оба исполнителя, соответственно, и Илон Маск, и компания Boeing успешно решают, идут к решению этой задачи. То есть сформулирована задача государственная, выделены ресурсы на ее решение, определены, поскольку задача очевидно является стратегической, определены два независимых метода ее достижения, реализации. И она реализована. И это блестящий пример. Это практика, которую нам тоже стоило бы присмотреться, нашему государству. И мне кажется, было бы неплохо, если бы мы внедрили у себя подобную же практику. Ну от ми з вами так сказали, що це фактично не можна назвати чисто приватним таким проектом, приватним, я не знаю, політом. От, а взагалі, якщо порозмірковувати, у приватного космосу є перспективи от на сьогодні? Ну, смотря что понимать под частным космосом. Да, у нас какое-то время назад был принят законопроект, который в прессе, о нем было широко сообщалось, его называли в прессе законом о частном космосе. И этот законопроект, как я понимаю, он снял все возможные ограничения на любую деятельность, связанную с разработкой или созданием техники. И получается, теперь мы... Есть все возможности, грубо говоря, государство дало все рычаги, все средства для частного космоса, чтобы тоже для частных предпринимателей, которые имеют соответствующие амбиции, чтобы они могли их реализовать в космических исследованиях, в создании космической техники. Я думаю, мы в свое время увидим результаты этого. Надо, конечно, я бы судил по каким-то объективным критериям. То есть через какое-то время надо было бы оглянуться, посмотреть, какой результат, сколько новых рабочих мест, например, создано, сколько привлечено инвестиций, насколько, какие громкие проекты были учреждены, начаты. Но очевидно, что для этого зеленая дорожка сейчас у нас в государстве, и пожалуйста. Ну, напевне, це все-таки порядок цифр, який доведеться витратити на такі речі. Це не 1 мільйон, навіть не 10 мільйонів. Тобто це, ну, у крайньому випадку, давайте, олігархи можуть цим займатися. Давайте розберемося. Тобто, а що значить, ви коли говорите виділити? Тобто, ви маєте в виду, государство должно виділити? Ні, якщо ми вже говоримо про приватний космос, про державний ми ще поговоримо, все-таки КБ є державним підприємством. От я маю на увазі, якщо у нас є зелена доріжка для приватного космосу, да, це повинні бути кошти лише, скажімо так, якогось крупного бізнесмена, чи це, можливо, залучення інвестицій? Це як? Ну, мені трудно судити. Я все-таки представляю государственное предприятие. Но, очевидно, если бы я был частным предпринимателем и занимался деятельностью в области космических исследований, я бы, конечно, искал бы и коммерческих инвестиций, я бы активно мониторил бы ситуацию, изучал ситуацию на международных рынках, изучал бы спрос, пытался бы этот спрос удовлетворить. В том числе, кроме этого, конечно же, не должно быть никаких препятствий для частных предпринимателей в части реализации государственных задач. Они должны быть допущены и полноценно должны реализовывать государственную политику в случае, если они на это способны. Ну, все-таки бізнесменів цікавить такий момент, як прибуток. Чи можливо зараз заробляти на космосі? Ну, я думаю, можна. Почему же нельзя?
Ілон Маск там живий примір, він зарабатує на космосі. Ні, я маю на увазі, можливо, там, я не знаю, грубо кажучи, запустити якийсь луноход, да, там віднайти корисні копалини і відповідно відбити ті кошти, які закладені. Космічна діяльність, вона ж ділиться на різні направлення. Є чисто научна діяльність, яка не приносить непосередственної віддачі фінансової, як би, в ближайшій перспективі. І, звісно, таку діяльність повинні проводити научні учреждения, государство должно, наверное, если государство есть соответствующие амбиции, должно государство в таком случае как-то поощрять такую деятельность, предусматривать ее, развивать эти направления. Добре, Максим Олександрович, давайте перейдемо до тієї частини, яка вам все-таки ближче. Це робота КБ «Південне». Да? От державне підприємство. Чим зараз займатися? Які у вас розгрупки є? Як контактуєте, можливо, з тим же приватним бізнесом? Ну, власне, чим живе КБ сьогодні? Ну, давайте я пару слов тогда скажу о конструкторском бюро «Южное», чтобы ваши телезрители, которые, возможно, не слишком близко знакомы с темой, лучше понимали, о чем идет речь. Конструкторское бюро «Южное» — это украинская компания, инжиниринговая компания, государственное предприятие при этом, то есть оно находится полностью в собственности государства. В конструкторском бюро «Южное» сейчас работает чуть больше, чем 5000 человек. Конструкторское бюро «Южное» ведет деятельность в основном, ну, так исторически сложилось, что мы в основном заточены, ориентированы на, прежде всего, на коммерческие проекты, на международный рынок. Це станом на зараз. Это станом на сейчас, это последние 10-20, может быть, лет. Угу. Такая ситуация. То есть мы работаем активно на коммерческих рынках. Мы, конечно, имеем большой багаж наработок, большой багаж знаний, опыта, что позволяет нам быть конкурентоспособными, что позволяет нам быть востребованными и иметь соответствующую репутацию, которая позволяет нам, ну, действительно добиваться каких-то определенных успехов, которые, прежде всего, выражаются в коммерческих параметрах, показателях нашей деятельности. А державное замовлення все-таки є? КБ «Південне» створено у 50-х роках, і десятками років було державне замовлення не на 1 мільйон тоді рублів. Да? От тоді така валюта була. Зараз від держави якусь підтримку відчуваєте? Ну, государство, конечно, активно интересуется отраслью, состоянием отрасли. Разрабатываются сейчас различные мероприятия, различные программы, которые должны, так сказать, дать дополнительный импульс для развития отрасли. Но так получается, что доля государственного заказа в нашем, как бы, общем портфеле заказов относительно невысока. И последние, скажем так, 10 лет она изменялась где-то от 3-4 до 10%, не более. Остальные поступления, остальные средства, которые мы получаем, зарабатываем, это средства от коммерческих проектов, которые мы реализуем. Ну, от безпосередньо, які це проекти? Можливо, 1-2 приклади, можливо, 3 приклади. Найбільш цікавіше, що можете розказати? Ну, якщо з такого найбільш цікавого, то от я би перечислив, прежде всего, проект «Антарес». Это проект по доставке полезных грузов на Международную космическую станцию с использованием ракеты-носителя «Антарес», которая в целом разработана американской компанией Orbital Science Corporation. Сейчас она вошла в состав корпорации Northrop Grumman. А мы для этого проекта разрабатывали и изготавливаем сейчас основную конструкцию первой ступени. То есть это фактически вся первая ступень без двигательной установки. Плюс частично технологическое оборудование и оборудование наземного комплекса, которое используется для работ с этой ракетой, для подготовки и осуществления пусков. Это программа, которая реализуется на постоянной основе, примерно 2 пуска в год каждый год осуществляем. И наши специалисты постоянно участвуют в работах, в том числе на полигоне Уоллапс на территории Соединенных Штатов. Это Атлантическое побережье, недалеко от Вашингтона. И сейчас, кстати, там находится тоже наша экспедиция. Люди работают, готовят очередную ракету к пуску, который должен состояться в начале сентября этого года. Цікаво, можливо, ще якийсь проект такий? Есть європейський проект, в якому ми теж участвуємо. Це проект європейська ракета-носитель «Вега». Там наше участие не столь велико, но тем не менее оно тоже значимое и незаменимо. Мы разработали и сейчас изготавливаем, поставляем маршевый двигатель 4-й ступени, который обеспечивает точное разведение космических аппаратов на целевой орбите.
Да, ну от ви вже згадали про міжнародне співробітництво. Не секрет, що в принципі КБ і Південмаш, до речі, про різницю, я думаю, ми трохи пізніше поговоримо, були зав'язані, скажімо так, на співпрацю з Російською Федерацією до 2014 року. Певні були моменти, пов'язані з конверсією, таке інше. От що зараз у вас у відношеннях з Росією і на співпрацю, з якими державами ви орієнтуєтесь у першу чергу? Ну, если говорить о странах, на сотрудничество с которыми мы ориентируемся на все страны, которые имеют соответствующие амбиции и возможности в космической отрасли, в космической сфере. А если говорить о Российской Федерации, то да, исторически так сложилось, что в какое-то время назад, еще до независимости, вся эта отрасль это была единое целое, соединенная тысячами незаметных связей, научных, технологических, технических, связей кооперационных и так далее. И этот разрыв, который произошел в 2014 году, сейчас мы фактически полностью остановили любое сотрудничество с предприятиями Российской Федерации. Этот разрыв, он был достаточно чувствителен для отрасли. И я бы тут два как бы отдельных элементы этого разрыва или прервавшегося сотрудничества отметил. Прежде всего, остановились некоторые программы, которые совместно мы реализовывали. Например, вот сейчас у нас есть определенные проблемы с ракетой-носителем «Зенит», которую мы не можем изготавливать, поскольку некоторые элементы поставляются и изготавливаются предприятиями Российской Федерации. Да, ну ракета легендарна, да? Насколько я знаю, про неї навіть Ілон Маск говорив. Да, кстати, Ілон Маск в одном из интервью, когда его кто-то из журналистов спросил, какая у него любимая ракета, он сказал, что после его детища Falcon 9, его любимая ракета – это «Зеніт», это ракета нашей разработки. Приятно. Да, приятно. На жаль, зараз призупинно. От які ще проблеми в зв'язку з цим політичним кроме того, что разорвались, как бы прекратилась реализация каких-то совместных проектов, разорвались кооперационные связи, разорвались логистические цепочки поставки материалов и комплектующих, ну, на которые мы традиционно были нацелены. В конечном итоге это не катастрофа, все можно заместить. Но это требует своего времени, своего времени и определенных затрат. Поэтому достаточно такой чувствительный момент, который, тем не менее, мы преодолеваем в каждодневной нашей работе, реализуя новые проекты, разрабатывая новую технику. Мы так или иначе решаем те задачи импортозамещения или замещения таких проблемных комплектующих, которые становятся актуальны. И в какой-то момент мы полностью преодолеем эту зависимость, и об этом будет говорить больше не буде мати смисла. Ну от якщо так порозмірковувати, таке можливо навіть трохи політичні питання, якщо уявімо там через рік, через 5, через 10, через місяць, не знаю, закінчиться цей конфлікт, який має місце, військовий, політичний, да? Чи можливе відновлення стосунків з Росією, чи можливо все-таки сконцентруватись на тому, щоб самим виробляти якісь там речі, що пов'язані з ракетно-космічною галузі? Ну, ви знаєте, цей вопрос, напевно, вне пределов моей компетенции лежит. Это прежде всего политический вопрос. Я же занимаюсь техникой. С технической точки зрения, конечно, чем шире международное сотрудничество, чем больше участвует в нем сторон и отдельных участников, отдельных игроков, тем быстрее идет прогресс. Это как бы непреложная истина. Политические нюансы, ну, я бы не хотел их комментировать, поскольку я не особо углублен в эту проблематику. В першу чергу, ви інженер, це зрозуміло. А все-таки, які країни от, вас, можливо, так цікавить найбільше, і з якими у вас є контакти? Це Сполучені Штати, це якісь європейські? Сполучені Штати, Соединенные Штаты Америки, європейські страны, азіатський регіон очень нас интересует. То есть, ну, Азия, это, я так разумею, в первую очередь Индия, так и Китай. Индия очень перспективное направление, да, и мы активно ищем варианты реализации совместных проектов с индийской стороной. Да, подтверждаю. От ви знаєте, ми сказали, що ви інженер, да? От я все-таки історик за фахом, і мені цікаво як історику. От ви, як один з керівників КБ «Південне», за 70 років існування підприємства, які досягнення можете перерахувати, чим славний є КБ? Ну, если заглянуть в нашу историю, то история у нас действительно славная, мы ей гордимся, и я считаю, что гордимся и заслуженно. Если перечислять достижения, то ну, давайте прежде всего я скажу о четырех поколениях боевых ракетных комплексов. Ведь
Изначально наше предприятие КБ «Южный» и «Южный машиностроительный завод» создавались именно для этой задачи, для создания ядерного щита на тот момент Советского Союза. И с задачей этой мы справились, я считаю, справились блестяще. Те образцы, особенно последнее поколение техники боевой, которая стояла и, возможно, и сейчас еще стоит на дежурстве боевом, они по своим тактико-техническим характеристикам были, им нет аналогов. Они до сих пор непревзойденными образцами техники являются. Если о мирной компоненте нашей истории говорить, то мы создали 9 ракетоносителей за нашу историю, которые активно эксплуатировались. Мы создали около 50 двигательных установок различного типа, различного назначения. Мы осуществили всего за нашу историю больше 900 космических пусков. При этом мы вывели на орбиту больше 400 аппаратов нашей собственной разработки. Вот это так, как если, грубо говоря, так тезисно рассказать основные достижения, вехи, то, наверное, такой багаж достижений, я думаю, позволяет мне говорить о том, что наша история славная, мы ей гордимся. Но живем мы, конечно, все-таки прежде всего сегодняшним днем. Достижения сегодняшнего дня у нас тоже есть. Может быть, они не столь масштабны или не столь широко известны. Ну, можливо, піару не вистачає, до речі, як тому ж Ілону Маску. Да, но вы знаете, то есть особенность наша такова, что мы до недавнего времени не ощущали никакой необходимости в каком-либо пиаре, поскольку как бы в профессиональной среде мы в пиаре не нуждаемся, нас и так знают все профессионалы, а с точки зрения общества, общественности, наверное, мы незаслуженно уделяли недостаточно внимания этому вопросу. Но, тем не менее, у нас есть достижения сегодняшнего дня, и если о них говорить, то, может быть, немножко пафосно прозвучит, но вот я считаю, лично я, это мое личное мнение, что главное наше достижение – это то, что мы сохранили коллектив, уникальный коллектив, коллектив уникальных специалистов, на основе которого можно развиваться дальше и достигать новых вершин, достигать новых... Всього, що можна досягти у тій сфері, якою ви займаєтесь. Да. Максим Олександрович, таке питання. Ми декілька разів нашу розмову згадали «Південмаш», «Південний машинобудівний завод». У народі, зокрема у жителів Дніпра, є така думка, що КБ «Південне», конструкторське бюро «Південне» і «Південмаш» – це одне підприємство. Чи відповідає це дійсності? І якщо не відповідає, скоріше за все, це саме так, да? Чи є між вами конкуренція певна? Ну, исторически конструкторское бюро «Южное» – это проектная организация, инжиниринговая компания, а «Южный машиностроительный завод» – это производитель техники, которую разрабатывает конструкторское бюро «Южное». Изначально это и сейчас неразрывная связка этих двух предприятий. То есть одно предприятие не может существовать и эффективно развиваться без другого. Поэтому как бы говорить о какой-то конкуренции, я бы всерьез об этом не говорил. Что касается организационной формы, то да, мы абсолютно два разных предприятия, хотя мы расположены в непосредственной близости, на одной территории, скажем так, но административно мы совершенно разные предприятия. У нас разное руководство, разные административные, то есть абсолютно разные предприятия с точки зрения именно административного вопроса. Тем не менее, в части работы, в части сотрудничества, в части реализации проектов мы неразрывны с «Южмашем». Это наш основной партнер, наша опора, наш основной производитель. Скажіть, ваша думка, зрозуміло, це не можна говорити зі 100% впевненістю, чи є можливість України у найближчі роки увійти до лідерів засвоєння космосу? Скажімо, коли президентом був Леонід Кучма, да, колишній один з керівників КБ і колишній генеральний директор «Південмашу», якось більше, напевне, приділяли уваги цій галузі, ніж зараз. От як зараз? Чи є така можливість? Конечно, есть. И для этого нам надо просто, мы в первом вопросе уже это обсудили, нам надо просто, не надо изобретать велосипеда, надо просто взять, заимствовать, применить у себя наилучшие практики международные, которые мы видим. Вот, например, космическая программа Соединенных Штатов Америки. Это, я считаю, что это именно эталонный образец, как должна реализовываться, как должна формироваться государственная политика, как она должна реализовываться. То есть, соответственно, и нам
нужно тоже прежде всего сформулировать политику, определить цели и задачи, которые государство хочет достичь в вопросах освоения космического пространства или в вопросах развития ракетно-космической отрасли. Определить методы, которыми они могут быть достигнуты, определить ресурсы, которые для этого необходимы, определить исполнителей и контролировать выполнение. Вот это, я считаю, называется государственной политикой, и такая системная реализация государственной политики, наполненной конкретным содержанием, наполненной техническим содержанием, прежде всего, позволит нам занять достойное место. Мы сейчас занимаем видное место, на самом деле, в мировой аэрокосмической индустрии. Но чем более системно мы будем действовать, тем более значительные позиции мы будем занимать. Это логично совершенно. А скажите, яке місце у цьому займає фінансування? Чи є воно на першому місці? Ну, финансирование, финансы — это кровь любого процесса, кровь любого бизнес-процесса, любого производственного процесса. Без финансов как бы невозможно создать что-либо. Но, тем не менее, финансы — это, в конечном итоге, не сама цель должна быть. Финансы — это лишь один из инструментов достижения целей. Формулировать как бы цель только финансовую — это, по-моему, тупиковое направление. Да, ну а взагалі, от фінансування, тим більше ви державне підприємство, на достатньому рівні чи абсолютно воно недостатньо? Ну, смотрите, ми ж як государство, многі люди вважають така определенна путаність за те, що ми государственне предприятие. Но тем не менее, ми не фінансуємося за счет бюджету. Никаких прямых дотаций или прямого финансирования из бюджета мы не получаем. Все, что мы можем получать, это финансирование работ, которые мы выполняем в рамках государственного заказа. Максим Олександрович, напевно, вже фіналізуючи нашу розмову, останнє питання. От днями було вкинуто у СМІ, можна сказати, таку інформацію, що в Україні буде створено Міністерство з питань оборонно-промислового комплексу. Простіше кажучи, це Мінкосмос буде. Ваше ставлення як одного з керівників КБ до цього, чи потрібно воно і чим воно може допомогти? Помогти нашим ракетникам? Ну, это сложный вопрос. То есть, я опять-таки напомню, что я же всего лишь инженер на самом деле. Я не вовлечен в процессы государственного управления, государственного планирования в полном объеме. Но если, тем не менее, если такая задача сформулирована государственными структурами, деятелями государственными, если необходимость этого обоснована, то мы, конечно, будем поддерживать такую инициативу и ожидать от нее как бы какого-то практического результата, практического импульса для развития отрасли и для дальнейшего роста. Ну, можливо, і фінансування буде на належному рівні. Возможно, і фінансування як-то стане на більш устойчиві рельси. Ми це тільки приветствуємо. Це однозначно не буде плохо, це однозначно позитивне направлення. Що ж, Максим Олександрович, дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з головним конструктором КБ «Південне» Максимом Дігтярьовим. На все добре.